Входная дверь – это одно из самых важных мест в доме. Через нее в дом попадают потоки энергии, как положительные, так и отрицательные. Все двери отличаются между собой, и дело не только во внешнем виде, а в энергетике, которую они несут в себе. Есть двери, подходя к которым, вы испытываете положительные эмоции. А есть такие двери, что когда к ним подходишь, то что-то настораживает и отталкивает вас. Все это происходит на подсознательном уровне. Вы видите глазами, а ваша внутренняя энергетика уже реагирует на негатив, который пропитана такая дверь. С древних времен с дверью связано много обычаев и народных примет. К двери нужно уметь правильно относиться, чтобы не пропустить в дом потоки негативной энергии. Дверь должна быть крепкая, прочная и не иметь на себе никаких повреждений. Когда вы входите в дом, ничего не должно стоять на вашем пути, и вы не должны ни на что натыкаться. Лучше, когда возле двери есть свободное пространство. Не должна присутствовать и мебель с острыми углами. Нельзя размещать зеркала напротив входной двери. Если в зеркале отражается входная дверь, из дома будут мгновенно уходить удача и финансы. И даже обереги и ритуалы для их привлечения, к сожалению, не будут действовать. Зеркало можно размещать возле входной двери, но она не должна в нем отражаться. Часы над входной дверью – это, возможно, и удобно, но это будет приходить к постоянному движению энергии, а на какую именно они будут ее менять – это неизвестно. Но точно такое постоянное движение энергии приведет к хлопотам и к неудачам, поэтому лучше не рисковать и найти им другое место в доме. Возле входной двери не должно быть грязно, она не должна быть заложена обувью, так как грязная обувь притягивает негатив. Если она постоянно будет находиться возле такого сакрального места, как дверь, это приведет к потере финансов и к неудачам в доме. Одежда также должна быть спрятана в специально отведенный для нее шкаф. Но, казалось бы, такие незначительные вещи будут отталкивать энергию из дома, и она будет уходить, так и не попав в него. У себя в доме вы находитесь под защитой, у вас в нем своя атмосфера, которая пропитана вашей энергетикой, а дверь – это символ защиты вашего дома. Также дверь считается как главным входом для потоков энергии в ваш дом, так и выходом для таких потоков энергии из него. Входную дверь нужно очищать от негативной энергетики, которую она задерживает, раз в неделю, и мыть ее обязательно нужно с обеих сторон. Вам нужно для проведения следующего ритуала по очистке двери от негативной энергии сделать такой раствор. Возьмите литр проточной воды и бросьте в нее 3 щепоточки соли, 3 лавровых листа. Затем зажгите белую свечу и опустите ее одним концом в воду. Помешивайте сделанный раствор по часовой стрелке. При этом проговаривайте такие слова: «Солью и свечой воду заряжаю, лавровым листом положительную энергетику в ней укрепляю. Этим раствором дверь промою, весь негатив с нее смою. В мою дверь только счастье будет входить и положительную энергетику приносить». Протрите этим раствором дверь, делать это нужно по часовой стрелке, затем промойте ее еще простой проточной водой. Затем возьмите соль и насыпьте на пол вдоль двери. Так соль должна пролежать сутки, после уберите ее и смойте под проточной водой, проговаривая такие слова: «Соль смываю, энергетику убираю, вода ее далеко от моего дома уносит». На следующий день возьмите свечу и утром проведите 3 раза по периметру двери, проговаривая такие слова: «Энергия свечи дверь окутываю, энергию денег к ней притягиваю, деньги всегда будут в доме моем, энергия денег будет полон мой дом». Откройте дверь и капните капельку воска в левый нижний угол лутки. Это нужно будет повторять после каждой чистки дверей. Капельку старого воска менять на новую. Не нужно подолгу держать дверь открытой, чтобы из вашего жилья не ушла положительная энергия, а вместе с ней благополучие и успех. Также не нужно разговаривать через открытую дверь. В этот период негативная энергия попадает в ваш дом, а положительная энергия уходит из него.
Нужно периодически проводить ритуалы, которые будут защищать вас, вашу семью и ваше жилье, притягивая в него только положительную энергию, а также привлекать в ваш дом удачу и счастье. Есть много обрядов, которые защищают дом, и эти обряды связаны с дверью. С древних времен на дверь вешали веночки разных цветов: подковы, укроп, чеснок, соль в полотняных мешочках, веники, монетки и разное другое. Вам также возле двери нужно прикрепить обереги. Какой из них именно выбрать, вам нужно решить самим. Все будет зависеть от того, как вы вместе с положительной энергией еще хотите притянуть в дом. Если правильно подходить к вопросам о двери, то с ее помощью можно нейтрализовать неблагоприятные моменты и сделать так, что плохая энергетика будет стороной обходить ваш дом, а хорошая энергетика будет задерживаться в нем и только приумножаться, принося вам счастье, благополучие и достаток. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, в комментарии напишите слово «благодарю». Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Следующее – это рекомендованные видео для вас. Нажимайте, друзья, на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!